Ну, еще я зашла в семинар, но не все купила. Лобелию темно-синюю не купила и забыла редьку черную. Ну, редьку черную еще 5 раз можно купить. Ее все равно не скоро сажать. Вот купила 3 пакетика гороха. Морковь купила, Лася, на Островскую взяла дешевую в таких пакетиках. И вот маляка ни разу не сажала. Надо про них почитать будет. И петуньку вот такую купила. Выбор большой петунии, но что-то я много их не хочу сажать. Может быть, потом еще какой-нибудь цвет куплю. Ну и астры у меня есть с прошлого года, но они не лежат. Теряют схожесть. Вот я взяла простой пакетик, тоже много всяких там. Продукты я уже разложила все. Ну вот мы купили 2 кочана капусты по 35, по-моему, капуста. Салат 1 горшочек я взяла. Полила его уже. Мы уже его половину съели. У нас в Ашане есть отдел, где что скоро кончается срок годности. 40%, 30% ставят оценку. В одном там уголке лежит сыр и колбаса. Ну вот, кое-чего мы там взяли. А еще в одном углу там немножко оценка лотки кур, лотки колбасок, какого-то там нарезанного мяса, лотки. Ну, 2 вида колбасок взяли, вернее, купаты, колбаски и лоток курей. Но я не пойду показывать, потому что уже все рассовала по холодильникам. Сегодня солнца у нас нет. 4 градуса мороза. На завтра передают вроде как на плюс, да на дождь, не пойми чего.